Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми будемо разом. Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. Вже з нами на зв'язку наш наступний спікер. Це Ігор Левін. Він є офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком. Ігор, здравствуйте, слышите ли нас? Слышу. Да, добрый день. Добрый день, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я увидел, что вот самая свежая публикация, которой вы поделились, собственно, она ваша, в издании «Фокус». Вы вместе с военными аналитиками, людьми, фронтовиками, да, то есть людьми, которые находятся на фронте непосредственно, проанализировали лучшее украинское оружие на войне с Россией. Вот какие главные выводы вы сделали, какими из наших украинских вооружений мы по-настоящему можем гордиться? И какие из них нам помогут, помогут победить Россию? Тут вывод очень простой, и он читается между строк. То есть у нас упоминаются те образцы вооружения Украины, которые выпущены фактически штучно, как САУ «Богдана». То есть их нет массово много. У нас война, я напомню, пятый месяц. Это война в том числе экономик, индустрий, война обществ. Это война на истощение. То есть эти образцы вооружений, они, да, они отличные, они хорошие, вот, но победит Украина не благодаря ним, а благодаря поддержке Запада, ленд-лиза и так далее. Вот. А если вернуться к темам самих вооружений, я думаю, это, скорее всего, такая напоминалочка, что ВПК Украины, инженеры Украины могут в хорошие системы. И большой вопрос, почему многие системы оказались штучными, почему они не были поставлены на вооружение, почему это тормозилось и так далее. Ну, это, а есть ли у вас ответ? Есть ли у вас ответ? Простите, что перебиваю, но может быть. Нет, у меня нет ответа на самом деле. У меня нет ответа, потому что это все, что я политика. Понятно. Это политика и экономика. А я не политолог и не экономист. То есть это же запуск цепочек производства и так далее. Это же все касается эшелонов власти, их воли и, естественно, экономистов и финансистов. Вот, то есть это с этим связано. Вот, но это вопросы, которые надо будет задать после победы. После того, как горячая фаза войны будет закончена, вот, несомненно, как так оказалось, что отличные образцы вооружения оказались там, в штучных вариантах. Вот, почему тот, например, «Нептун» его долго не принимали, фактически должны были принять его как раз в этом году. Вот, и он не был принят еще в прошлом году и развернут его, скажем, на берегах. Ну вот, простите, что снова перебиваю вас. Но вот если говорить о, как это сказать, о самом эффективном украинском оружии, мы понимаем, что мы говорим, что это какие-то единичные экземпляры, нет массового их производства, но тем не менее, вот как вам кажется, ну в том числе как военному аналитику и военному эксперту, как вам кажется, что из того, что мы имеем в нашем арсенале уже в разработке, да, ну уже разработанное, оно уже произведено, что имеет наибольший потенциал, на ваш взгляд? Здесь маленькую ремарку только вставлю. Не все в единичном экземпляре. Та же «Стугна-П», она была произведена массово, и во многом это действительно помогло в первые месяцы войны, да и сейчас тоже, остановить танковые армады ВСРФ. То есть все видели огромное количество вот записей, как операторы «Стугна-П» уничтожают бронетехнику России. Те же танки «Булат», их примерно до 100 штук тоже было произведено. Опять же, что такое 100 танков? Вроде бы по сравнению с Россией это немного, сравнивая с Европой, это много. То есть, ну, это относительно хорошее все-таки количество танков. 100 танков — это немало, скажем так. В любом масштабе это немало. Вот. Вот, поэтому из тех вооружений, которые есть... Смотрите, нам же у нас написано, что этот рейтинг, он не является... Там нет градации от лучшего к худшему. То есть каждое оружие по-своему, на своем месте, хорошо играет роль. Вы не можете сравнивать, на самом деле, опять же, ту же «Стугну» с тем же «Нептуном», потому что у них абсолютно разные задачи. То есть одна — это уничтожение танков, другая — это уничтожение кораблей врага. Вот. Поэтому тут сложно говорить, что вот это было лучше, но их произведено мало, или наоборот, вот это хуже, или как-то так. То есть я думаю, этот список он больше был сделан для того, чтобы показать, что ВПК Украины может. А дальше вопрос все уже в экономике, в политической воле. Вот. Ну да, понятно. Есть еще важная тема, которую я хочу с вами обсудить. Ну вот мы в связи с тем, что произошло в Лисичанске, тут, думаю, не нужно нашим слушателям напоминать, что вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска, потому что таким образом мы сохраняем жизни наших военных, наших бойцов. Но тем не менее, то, что это спровоцировало, да, это спровоцировало
спровоцировало такое большое разочарование в украинском обществе. Связано это, разумеется, с тем, что были завышенные ожидания. Да? Ну, я бы хотел вот с вами как раз поговорить о том, как это сказать, о каких-то таких мифах, которые есть сейчас в отношении вот этой такой большой полномасштабной, кровавой, трагичной войны. Ну вот мы точно помним, да, о том, что там говорили о том, что ракеты, скоро у русских ракеты закончатся, разумеется, они не закончились. Или о том, что там через 2-3 недели будет какой-то переломный момент, разумеется, тоже этого не произошло, ну потому что 2-3 неделями это не меряется. Или, например, вот есть из свежего достаточно, да, это глава разведки украинской Кирилл Буданов, он же давал интервью там пару месяцев назад и говорил о том, что, ну, война должна завершиться до конца года. Разумеется, это было заголовком. И сейчас мы видим свежее интервью нашим коллегам из РБК, и там он уже говорит, что война закончится в следующем году, и это тоже заголовок. Как вы считаете, вот какие главные мифы есть о том, что происходит или что должно происходить, или что произойдет на этой войне, какие из них стоило бы все-таки развенчать? Я только тут подчеркну насчет Лисичанска. Я сегодня живу в Украине, и я тоже часть украинского общества. Я не разочарован, потому что я вижу, что командование поступает компетентно. Они сохранили вооруженные силы, они сохранили людей, они сохранили части. Это самое важное. Если бы был бы котел, были бы уничтожены украинские батальоны и бригады, то тогда я был бы разочарован. Да, это погибли бы люди, был бы разгром, это бы дало бы огромное преимущество России, ВСРФ и так далее. Вот. В таком полномасштабной войне, такого размаха, который длится так долго, отступление, переход на новые позиции, движение фронта — это нормально, это нужно понимать людям. Это не компьютерная игра, это не вот, где у вас какие-то есть там позиции, вот вы база врага, ваша база, вот базу врага там разгромили, ура, вашу базу разгромили, вы проиграли. Нет, реальность, она не так работает, это так не выглядит. Вот, поэтому я не вижу здесь никакого разочарования. Да, грустно терять территории, но территории будут отбиты, они будут возвращены. Главное — сохранять людей, сохранять армию. Вот. И опытных людей. Тут нужно еще понимать, что вышли ведь не просто какие-то бойцы. Вышли те, кто 60 дней, 2 месяца держали Лисичанск и Северодонецк. У них колоссальный опыт боевой, в том числе у командиров. Это первая победа для России. Вот. Я напомню, что первые победы — это прямая дорожка к разгрому. Вот. И если этот разгром произойдет, мы вспомним, что как раз их первая победа под Лисичанском — это как раз была одна из тех ступеней, которые привели к их разгрому. Ну, в Украине имеется в виду окончательному. Вот. Это первая победа однозначно. Там погибли у них тысячи солдат. Фактически никакого котла, никакого разгрома украинских сил не произошло. Я полностью с вами согласен. Да. Я скорее тут говорю, знаете, я скорее имею в виду коммуникацию. То есть, разумеется, никто не ставит под сомнение действия вооруженных сил Украины. Да? То есть никто не ставит под сомнение в том, что это было правильное решение. Это не является поражением. Я просто скорее говорю о том, что разные комментаторы, да, и в том числе от власти, они создают вот эти завышенные ожидания, да, ну вот вы же помните точно. Я отвечу, да, это хороший вопрос, опять же, согласен, что, и, наверное, так было бы более верно, как мне кажется, опять же, у меня просто нет такой полноты картины, которая есть у власти, но если бы заявлено было, вот как Черчилль заявил, я не могу предложить вам ничего, кроме пота, слез и горя, когда в 40-м году. Вот. Довольно честно было. Вот. Я думаю, что да, действительно, власти нужно действительно людям заявить, что война надолго. Я думаю, это уже как делается аккуратно, когда Буданов заявил как раз про следующий год. То есть речь шла о том, что война на годы. То есть у нас вот этот год и следующий год, это уже годы получается. Вот. Это более верно. Это более верно. Я просто тут тоже подчеркну, что Буданов говорит всегда о вероятности. Его слова берут как бы, ну, из контекста вырывают. Но если посмотреть внимательно его интервью, он говорит, вероятно, произойдет то, вероятно, малая вероятность, высокая вероятность и так далее. Он всегда говорит о вероятностях. Ну, естественно, СМИ это трактуют для громких заголовков, ну, как произойдет, будет. Вот, вот, Беларусь не нападет, сказал Буданов. Или там война закончится, сказал Буданов и так далее. Там Крым вернут, сказал Буданов и так далее. Вот. Поэтому тоже это важный момент, который нужно хорошенько считывать между строк.
смотреть первоисточники и так далее, как именно заявляют вот, опять же, высшие эшелоны, как военные Буданов, так и политические, тоже Зеленский там, и так далее. Ну, я думаю, что, знаете, наверное, это момент в том, что важный момент в том, что нам самим нужно перестать быть детьми, и чтобы с нами, ну, собственно говоря, с обществом украинским перестали общаться как с детьми. То есть, разумеется, что мы хотим побед, и разумеется, что мы хотим, да, чтобы была одна победа за другой, то есть фантастически только мы всюду побеждали, но также, наверное, нормально, чтобы, ну, нам просто говорили реальную ситуацию, это правильно. Да, несомненно. Тут уже не забывать несколько вещей. Первый момент, Украина никогда не воевала в таких условиях. То есть все делается впервые. Часто ожидания от властей и от армии, кстати. Ну, я могу в меньшей степени говорить про власти, опять же, я не политолог, но могу говорить про армию. Все, что делает сейчас Генштаб, делается впервые. Более того, западные аналитики, там вышли такие интересные тексты, которые говорят, а сделали бы мы лучше. Никто не воевал в таких масштабах. Где НАТО проводило войны с масштабами тысяч километров фронта, и когда против вас тысячи танков и сотни самолетов современных? НАТО не воевало. Никакой военачальник НАТО, помимо военных игр, которые они в песочницах проводили, ну, сэндбокс, в прямом смысле слова песочница, где, откуда у них есть такой опыт? У него их нет. У Украины тем более его не было. Поэтому вот эти все вопросы... Что делать с Азовсталью, что делать с гарнизоном Мариуполя, что, как подавать информацию, как сообщать людям. Вот мы собираемся начать контрнаступление, как это сообщить, а как работать с тем, что есть очень много независимых журналистов, которые сливают информацию, как на нее подавать. Это все делается впервые. Это такие тернии, то есть это не протоптанные дорожки абсолютно, это то, что нужно не забывать. Скажем, Израиль провел целый ряд больших войн. Он хорошо знает, у него точно прям механизмы, как нужно... действовать в случае вот войны с Ливаном и Ираном. Большая война. Вот прямо будут сотни самолетов, ракеты, Иран запустит ракеты на Израиль, подводные лодки поплывут куда-нибудь, там вот корабли патрулируют море. У Израиля прямо прописаны алгоритмы, которые выработаны на опыте его войн. Второй Ливанской войны, Первой Ливанской войны, войны судного дня, шестидневные войны, операции Кадеш. И это все крупные, а это еще куча мелких. Вот. Украины этого не было, такого масштаба, да и в мире такого не было, такого масштаба, поэтому всегда нужно делать на это скидку тоже, когда что-то делает Генштаб или говорит Генштаб. А теперь, если смотрим, ну это все лирика, смотрим практику. Вот вся ситуация, например, с Мариуполем и Азовсталью, она, я не вижу нигде, где власти как-то обманула. Они говорили, что вопрос пытаются его решать. Говорили. Мы не знали как и думали, ага, власть нас обманывает. А потом оказалось, что мы узнали? Мы узнали, что был воздушный мост, что забирали раненых. Туда перекинули добровольцев, что были вертолеты, были попытки. Ну, да, фантастическая эта операция с вертолетами, конечно, совершенно невероятная. Ситуация, которая будет учиться. Можно отдельную книгу написать такую ситуацию, и сейчас это не лезть. Это уникальный случай. Проводил ли такую операцию когда-нибудь Израиль? Нет. Проводили ли какие-нибудь, не знаю, вот, да, страны НАТО, какие-нибудь Турция проводила ли, вот говорят, одна из самых там сильных вот армий НАТО? Нет. Это уникальная операция. Это на низкой высоте вертолеты летели ночью, фактически касаясь проводов и деревьев своими шасси. То есть это уникальные операции в абсолютно в глубокий тыл врага. Заход к морю, со стороны моря, высадка, забирать раненых, вывозить грузы. Это уникальные операции, беспрецедентные. И власть говорила, мы предпринимаем меры, мы пытаемся. Естественно, такие вещи они не могли бы озвучивать нам. Получается, речь шла о том, что на власть надо было верить. Оказывается, власть не блефовала, действительно предпринимались меры. И воздушный мост — это то, что мы узнали. Там есть еще другие вещи, которые сегодня озвучивать нельзя. Я про них знаю, вот многие, кто занимается военной темой, знают, их просто сегодня нельзя озвучивать. Но помимо воздушного моста были другие всевозможные вот, вещи, которые предпринимались. То есть, когда власть говорила, мы работаем над вопросом блокады Мариуполя, устали, она не обманывала, она не блефовала, она не пыталась просто лить сладкую патоку в уши граждан. Это первое. Второе, как только действительно был приказ сложить оружие и выйти, покинуть крепость Азовсталь, власть об этом сообщила. Зеленский в своих вечерних отчетах он об этом сообщил. То есть мы видим, если мы в сухом остатке посмотрим, так вот беспристрастно, я, допустим, какой-нибудь гость из Италии, я решил просто изучить хронологию этих событий. Я посмотрю на фактаж, вот что было, я нигде не увижу, чтобы где-то вот как-то обманули, где-то как-то вот, не знаю, вот обвели вокруг пальца. То есть если бы власть сказала, все, завтра будет крупное контрнаступление, и через три дня Мариуполь не блокирован, а этого не случилось бы,
Вот, ну это обман. Ну, если вот как бы раз говорили, вот это же интересный момент, простите, снова вас перебиваю. Как раз интересный момент, это журнал The Economist, да, он сообщил о том, что, значит, наши войска находятся, по их информации, якобы находятся в 1 километре от Херсона, ну, соответственно, что уже настолько мы близко, и как раз власть это опровергает, и Генштаб это опровергает, и говорит, нет, это неправда, не нужно давать, ну, каких-то необоснованных надежд, скажем так. Малка ремарка, экономист, они сказали, что там какие-то передовые отряды, которые видят вот в снайперский прицел пригороды Херсона. Там фронт довольно жидкий. Действительно, ДРГ, разведчики ночью могут проходить и даже дойти до самого Херсона войти. Вот. То есть там настолько фронт неплотный, что ночью небольшая группа людей у вас может действительно быть на улицах Херсона и уйти потом обратно. Дойти и уйти. Это не как Первая мировая война, у вас сплошная вот траншея окопов, и вот вы там иголку не просунете нигде. Нет, это абсолютно не так. Там открытые поля и посадки. Бои идут часто по этим посадкам. Никто на открытое поле не выходит, потому что там уничтожает сразу артиллерия. Или авиация, или другие системы. Сейчас вот у Украины Хаймарс есть и так далее. Ночью вы можете по этому полю пройти, проползти вот, и войти в тыл врага. Поэтому об этом говорил экономист. Естественно, многие СМИ это подхватили в Украине и раскрутили это, что в километре. То есть, ну, первоисточники это не так. В общем, это мы на самом деле виноваты, медиа, скорее всего. Ну, слушайте, я на самом деле принимаю эту критику. Я хотел, знаете, что еще у вас спросить? Ну, мы видим, да, как после того, как России не удался блицкриг, когда им не удалось за 2-3 дня или даже за неделю захватить Украину, да, что они сменили свою стратегию. Сейчас они делают что? Они концентрируют максимальное количество своих войск в одной какой-то точке, ну, скажем, возле Северодонецка, да, потом возле, собственно, Лисичанска, ну, и таким образом постепенно, очень медленно продвигаются, да, там откусывают какую-то часть нашей территории. Разумеется, что и у медиа, и у наших зрителей, аудитории, да, возникает вопрос, а как долго они могут откусывать, и как далеко они могут откусывать? Есть ли у кого-то такая информация, можно ли предположить, как долго это будет продолжаться? Смотрите, они откусывали Северодонецк, Лисичанск 60 дней, 2 месяца. Вот. С стратегической точки зрения, ну, фактически фронт не поменялся. Это маленький тактический успех, где сконцентрирована была сейчас вся регулярная армия РФ плюс наемники, плюс боевики из РДЛО. Кстати, разведка вот, Британии и Институт изучения войны американский. Разведка Британии сообщила, что, во-первых, Украина грамотно отвела войска, сохранив их и так далее, вот, организованно. Мне не нужно объяснять, почему нужно доверять этим вот источникам, как Институт изучения войны или разведка Британии. То есть они не будут никакие вещи просто так говорить. А как раз Институт изучения войны здесь подчеркнул, что Россия огромные усилия сконцентрировала для маленьких тактических успехов. Украинцам больно, потому что это потеря города, это как бы это родное, понятно. Огромное, большое количество, больше половины жителей Лисичанска бежали, ушли, они потеряли дом. Поэтому это так больно. Но вот беспристрастным аналитикам из США, которые это не их родной дом, для них это просто название на карте, метки, просто километраж и так далее, вот это вот цифры. Они смотрят, смотрите, это Россия сконцентрировала все свои силы, чтобы за 2 месяца добиться чего? Фактически ничего, небольшой тактический успех. И сейчас у них оперативная пауза. Опять Институт изучения войны сообщил, что они остановились на эту оперативную паузу, потому что они измотаны, у них не происходит ротация, об этом уже все указывают. Что даже те вот резервные батальоны, которые они собрали, там, обзванивая граждан в России, обещая им, заманивая целую кучу всяких там, вот, плюшками заманивая их в эти резервные батальоны, они не вывели тех контрактников, которые с самого начала войны. Их не выводят по одной простой причине, потому что они сразу просто уйдут. Ну, у них же военного положения нет, у них нет закона о дезертирстве, ты просто контрактник. Они боятся выводить вооруженные силы из Украины, потому что понимают, что они просто тогда уволятся и уйдут, и у них просто исчезнут опять куча людей. Тут как интересно, простите, тут просто вот недавно совсем появилась эта информация, две такие крохотные новости. Первое, что заключенным российских тюрем обещают свободу, если они пойдут воевать в Украину, и вербовкой на войну взамен на амнистию занимается ЧВК «Вагнер». Вот такая есть информация. И вторая издание
издание The Moscow Times, она сообщает о том, что рабочих с вот предприятий подсанкционных, которые попали под санкции, разумеется, сейчас они останутся без работы, их тоже, значит, вот сейчас максимально стараются мобилизировать и отправить на войну в Украину. Тут говорят о Государственной объединенной судостроительной корпорации и Лебединском горно-обогатительном комбинате, который принадлежат олигарху Алишеру Усманову. И вот там рабочим предлагают принять участие в военных действиях на территории Украины. Зэки и рабочие с верфей, прошу прощения, как сильно они могут усилить российскую армию? Ну, штрафные батальоны насколько могут усилить российскую армию? Я видел эту новость про зэков. Нужно еще дождаться подтверждений. Вот, потому что, опять же, про ЧВК Вагнера всегда нужно перепроверять несколько раз, когда речь идет вот, о наемниках и так далее. Но это вполне ожидаемо. То есть, нам обещали 200 тысяч рублей. Плюс, если они полгода выживут, проживут на поле боя, то амнистировать их потом. Вот. Я думаю, те, там, кто на пожизненное вот, сидят, я думаю, для них это вполне неплохой вариант. Вот. Я думаю, желающие найдутся. Это как раз связано с тем, что у них нет людей. Они постоянно пытаются где-то вот так вот нашкрябать еще тотальную мобилизацию всеобщую в России. Очевидно, понятно, они объявлять. Но вот обозримом будущем не будут. Уже про это очень много было сказано. Неловко как-то повторяться. Вот. И я думаю, что сейчас они попытаются сделать после вот этого вот оперативной паузы рывок для того, чтобы выйти на границы Донецкой области. Я думаю, у них это не получится. Вот. Если вообще у них этот рывок получится сделать. Они постараются удерживать уже захваченное. И главная битва будет развиваться не на Донбассе, на самом деле, не на этих участках, даже не Славянск, не Краматорск. Не, несомненно, это важно, и защищать надо эти города. А где именно, главная битва будет? Я сейчас скажу, да, я к этому веду. Главная битва развиваться будет на юге, конечно же, это Херсон и Мелитополь. Это ключ вообще к будущему всей этой войне. Сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет реализовать оружие грамотно, если у Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены. Это кардинально поменяет и отношения Запада, и Россию в подход, и уровень коллаборации, и те, кто встречает с цветами предателей, вот, захватчиков и так далее. То есть это влияет вообще на все. То есть то, что в прошлом называлось времена Наполеона генеральное сражение, вот главное то, что определяет. Вот, многие СМИ раструбили, что генеральное сражение это Донбасс. Ну, да, это крупные сражения, битвы. Многие происходят. Но это не те сражения, которые определяют будущее вообще всей российско-украинской войны. Полномасштабные. Потому что война между... Скажем так, отношения между Россией и Украиной испорчены, наверное, на лет 100, если не больше. И так далее. Вот. А вот именно крупномасштабные, да, это юг. Это Херсон, Мелитополь. Это, думаю, ключ. Это ключевые вот, города. И вообще сам юг. Потому что юг — это, естественно, и Крым, это и угроза Крыма, это и сужение фронта, это и Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в том числе города и так далее. То есть это основное, это центральное, думаю, это то, к чему нужно готовиться сейчас. И когда Буданов, кстати, вы упоминали, сейчас я закончу. И когда вот Буданов говорил, что там, в августе-сентябре мы увидим какие-то результаты, я говорю, какие, я думаю, он во многом имел в виду как раз тоже южное направление, а не Донбасс. Я видел, вы тоже публиковали в вашем телеграм-канале это видео. Там, значит, обращение россиянки, которая стала первой женщиной в легионе «Свобода России». Этот легион, разумеется, воюет на нашей, на украинской стороне. Там, конечно, ну, трагическая история в том смысле, что 20 марта под Гостомелем кадыровцы убили ее мужа, сержанта 76-й дивизии, который отказался, как, ну, я ее цитирую, отказался вести своих ребят на убой. Как вам кажется, могут ли у нас появиться союзники на территории России? Вот тут тоже могу еще одну штуку процитировать. Это неделю назад появилась эта новость о том, что некая боевая организация анархо-коммунистов заявила о диверсии на железнодорожных путях, ведущих к российскому артиллерийскому складу. Вот как вы оцениваете вот эту возможность того, что могут появиться, могут ли, как вы считаете, появиться на территории России у нас союзники, ну, которые будут так или иначе нам помогать выигрывать эту войну? А вообще любые те, кто находится на территории России, вот, это могут быть и радикально левые, и радикально правые, и анархо-коммунисты, и сепаратисты, националисты из национальных как раз вот, субъектов республик. Неважно, если они рассматривают Российскую Федерацию не как
будущее, то есть что оно должно быть разобрано, что субъект должен отделиться, что не просто путинский режим должен пасть, а вообще Россия как имперское государство, как концепт вот, колониального государства должно прекратить свое существование, они друзья Украины, несомненно. Я уверен, что и ГУР, и более широко, возможно, и СБУ и так далее работают. Кстати, работали до полномасштабной войны. Они работают и сейчас, и это правильно. Это как раз концепция Моссада, про которую говорят, много говорят сегодня, что нужно перенять Украине этот опыт, находить военных преступников, наказывать их. По моему мнению, нужно идти шире и дальше. Естественно, нужно Украина должна поддерживать любые движения, которые нацелены на полную дестабилизацию России. Не эти либеральные, которые говорят, давайте просто Путина уберем, а дальше все хорошо будет. Нет. Мы очень хорошо знаем позицию того же Навального по Крыму, например, и не только. Вот. Нужно полностью деконструировать вообще имперскую сущность, как бы суть, имперскую суть, как и мышление, как и политического аппарата, как реваншистскую. То есть вот эта идея, что мы когда-то были большой великой империей, там, где была и Финляндия, и Польша, вот нас все обидели, и потом в холодной войне мы тоже проиграли, нас еще раз обидели. И этот реваншизм приводит к бесконечным войнам. Поэтому если просто убрать Путина, это просто вопрос времени будет, когда война. То есть нужно деконструировать саму империю. Все те, кто на это работают, как бы они себя ни называли, они друзья. Я Украины, несомненно, Украина как тоже в деколониальных практиках вот, вырвалась, стала субъектом, стала независимым государством. Все те, кто пытаются тоже деконструировать империю, они друзья для нее. Игорь, спасибо вам большое за этот разговор, спасибо за вашу аналитику. Хочу нагадати нашим слухачам, що Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Дини Марецької, після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.